Приветствую вас, друзья, на канале «Каменный успех. Дома из камня». Хочу показать идеальная такая тема для того, чтобы ее посмотреть, потому что здесь существует монастырь, и на монастыре прикрепили вот такую как бы эмблемку, можно сказать. То есть обратите внимание, какой год. 1999 год. Значит, каменная плита тоже была изготовлена и прикреплена, возможно, в этом 99-м году. Но на что я хочу, чтобы вы обратили внимание. Посмотрите вверху. Болты нержавеечные. Я думаю, что нержавеечные. И там. Потому что, смотрите, если посмотреть внизу, ржавчина. Здесь более другие болты металлические. И вот здесь металлический болт. И смотрите, что делает металл, если закручивать в камень. Он просто начинает ржаветь, он как бы начинает рвать. Это как живой организм получается. И он рвет камень. Оно вообще практически, вот этот угол, он ничего не держит. Он не просто из-за того, что металл начал ржаветь. И он оторвал кусок угла. Это, почему я об этом рассказываю? Потому что это практически практикуется везде. То есть иногда мастера практикуют, забивают камень металлический какие-нибудь. Я не знаю, арматуры или еще что-то, и думают, что это будет держать, и очень долго нет, это долго не будет держать. Поэтому в камень лучше всего забивать нержавеечный металл или медный металл. Я показываю как пример, а вы уже смотрите, на что вам крепить. Каменные плиты или просто есть косяки, делают откосы, которые скрепляются между собой именно металлом. Но лучше всего металл не применять. Лучше всего применять что-то другое. Если возможно, обойтись без металла. И даже вот смотрите, если взять бетонные дома, они же там, это вообще, если попадает воздух, где-то немножко вода, все, он рвет бетон. Если вы готовы строить современно, стройтесь. Если вы готовы строиться на века, имейте дело с каменным успехом. Зарабатывайте. Спасибо.